Так, а сейчас, интересно, есть звук? Ребят, ответьте, пожалуйста, сейчас слышно меня? Да, о, все, отлично. Угу. Но мне не нравится, что у меня темнота такая. Так, сейчас я попробую еще лампу тогда подключить. Хотела с естественным светом. Все. И с искусственным светом будем с вами тогда. Все есть, все. Здорово. Все. Ребят, пишите свои вопросы, а я бы хотела сегодня поотвечать на те вопросы, которые позадавали по разным соцсетям. Доброго времени суток. Так, начнем. Очень интересно, что происходит по дням. Но, ребят, смотрите, прям по дням я вам рассказать, наверное, так скажу, что не хотелось бы. Что такое? Не хотелось бы, почему? Чтобы вы не примеряли, потому что все равно всех разные. Давайте я вот примерно плюс-минус проговорю, чтобы вы понимали, что происходит с нашим организмом и что может произойти у вас. У меня тут, видите? Жора все время рядышком. Так, смотрите, первый день, что происходит в первый день вообще? В первый день все, что есть у вас в желудке, оно постепенно выходит. Если кто-то не делал какие-нибудь, ну, например, магнезию. Вот. Это все, весь ЖКТ и тонкий кишечник, он постепенно начинает проходить. Кто делал магнезию, у тех быстрее проходит, но тем не менее, в течение первых 20 часов желудок освобождается от того, что у него все равно еще осталось, даже после. Даже после того, как вы, например, выпили магнезию. Если мы говорим только о клизмах, что вы делаете, например, только клизму в первые дни захода, то клизма, она все равно, она доходит только до толстый кишечник. Вот. Она по всему ЖКТ, она, естественно, она не пройдет. Она у нас у вас просто физически, если вы физически вымоете все это, то вам будет вообще очень-очень тяжело быть на сухих. Не пытайтесь с первых дней вычистить максимально свой ЖКТ. Почему? Смотрите, если у меня просто была недавно девочка, она говорит. Я перед тем, как пойти на сухие, я несколько раз в день сделала магнезию. Ну, не несколько раз, несколько дней сделала магнезию. Потом она сходила на гидроколонотерапию 7 раз. У нее вес 40 килограмм. 7 раз сходила на гидроколонотерапию, говорит, и я, говорит, так тяжело, говорит, выходила на сухие дни. У меня, говорит, никогда такого не было. Что происходило с ней? То есть, представляете, она его сделала практически... Без любой бактериальной флоры, без любой ее природной микрофлоры, он стал практически стерильным, ну давайте так назовем. Вот. И что случилось? Вот в ее чистый, абсолютно чистый ЖКТ кровь
все, что у нас начинает пережигаться, все, что у нас начинает чиститься, наш организм, куда он первым делом сбрасывает? Конечно, в ЖКТ. И вот он, представляете, вот всю вот эту дрянь сбрасывает, а у нее своей патогенной микрофлоры не осталось, она ее вычистила так, и вот на эту, на практически стерильную ЖКТ падает вот это вот все говнище, которое скопилось в ней. И у нее, конечно же, такая интоксикация, то есть организм справиться с этим не может. Он как бы скидывает, а с тем, что скинул, он это вывести даже не может. Вот. И у нее, ну, у нее не очень приятно, давайте я не буду совсем запугивать, не очень приятные процессы пошли. Поэтому все делаем в меру. То есть, если вы выходите до 3 суток, например, до 3 сухих, то вообще можно даже магнезию не пить, клизмы не делать. Вы можете просто за день, за 2, а лучше за 3 до 3 сухих дней посидеть на зеленых смузи. На зеленых смузи, либо что-то, ну, сырое не всем подходит. Почему зеленый смузи больше подходит, чем сырое? Потому что зеленый смузи там все-таки. А? Мы на заброшку. Телефон у меня будет. Хорошо, телефон обязательно возьми. И ты в этих штанах на заброшку пошел, да? Я их тише потом не отстираю. Почему не сырухи лучше? Потому что как бы ни говорили, что сырое подходит абсолютно всем, что это природное наше питание, там еще что-то, все равно вы должны понимать, что природное, неприродное, все питались до каких-то своих осознаний по-разному. И у некоторых людей просто сырое тяжело, действительно тяжело переваривается. У них идет вздутие живота, у них идет газообразование, у них идет несварение, всякие процессы. Поэтому прям с сырого переходить, ну, это, конечно же, на ваш выбор. Но очень хорошо именно с зеленых смузи, потому что трава, она очень нежно, очень благостно вычищает весь ЖКТ. Во-вторых, организм, он на таком, на лайте, потому что все равно пища получается жидкая, и он на таком лайте у вас переваривает все. И зелень, она дает очень богатый букет витаминов, микроэлементов. И работает все равно он как клетчатка, то есть очень хорошо вычищает. Вот, поэтому если вы выходите на 3 дня, то, пожалуйста, выходите из зеленых смузи, а на 3-й день перед тем, как вы будете обратно входить в состояние еды, вот тогда уже можете сделать клизму. Но опять же, ребята, клизмы бывают абсолютно разные. И, например, многими любимая клизма соль с содой тоже не всем подходит. Бывают такие состояния, что после вот этой вот клизмы соль с содой прям человек себя чувствует плохо. Вот такое состояние предобморочное. И это действительно такое бывает. И если у вас это есть, то сделайте на кружку эсмарха 2 пакетика магнезии, вот этой вот английской соли. Что делает эта магнезия? Она точно так же, как отсюда, так и оттуда, она точно так же абсорбирует все, что у вас выбросилось в ваш ЖКТ, в вашу толстую кишку. Все, что вот это вот выбросилось, оно очень хорошо, магнезия все на себя абсорбирует. Вот. Если кто-то любит соду с солей, то пожалуйста. Но по практике ребят, которые проходили уже со мной марафоны, ну, проходили марафоны уже больше 1000 ребят. И кто-то в записи, кто-то так, мы тоже общаемся с ребятами. И вот представляете, уже такой пул опыта, но, наверное,
Ну, около 5000 человек точно есть, да, и я могу сказать, что, ну, наверное, процентом 30 как минимум точно не подходит соль с содой. Вот, поэтому тоже, если не подходит, просто магнезий. Либо еще, если прям совсем не хотите вообще ничего такого, то сделайте очень-очень нежную, прям совсем розовенькую водичку марганцовки. Вот, тоже очень хорошо. Если марганцовку найти не можете по каким-то причинам, но она сейчас в аптеке продается, она просто продается в маленьких совсем пакетиках, вот, то можно сделать очень тоже нежный, слабый-слабый раствор соком свеклы. Сок свеклы, он как для ЖКТ, он прям как антибиотик действует. Поэтому совсем чуть-чуть его тоже нежненько, чтобы он прям там все очень хорошо прочистил. Это на третий день. Перед этим не нужно, вам достаточно того, чтобы в желудок будет все скидывать. Не нужно переочищаться перед тем, как, ваш ЖКТ закинется с вашего же организма куча говна. Иначе будет интоксикация еще сильнее. Вот. Это на первый день в основном идет очищение ЖКТ. Что делается на второй день? Второй день у вас начинает организм готовиться к перегоранию, больных клеток. Готовиться. Что значит готовиться? Это значит, что больные клетки, давайте опять же вам мультяшным языком, это значит, что больные клетки, они становятся более уязвимы за счет того, что у них пропадает привычная им жидкость, и воспалительный процесс не на чем продолжать. А здоровые клетки, они в том же режиме работают. И после 48 часов, то есть у вас чаще всего, после 48 часов начинается чаще всего, не у всех, либо жар в теле, либо холодно становится. Это как раз, когда у нас клеточки начинают поедать. То есть что такое жар? Жар – это когда работает внутренняя печка, то есть это когда начинают перегорать воспалительные процессы в организме, внутренние органы, там еще что-то. Вот это начинает перегорать. Если у вас холод, холодит, то значит у вас первым делом чистится кровь. И тот процесс великолепный. А после, то есть вообще, если говорить о том, чтобы на оздоровление шли, то я всегда ребятам говорю, 50 часов это достаточно, то есть 48 часов у вас все эти процессы идут, и 2 часа на регенерацию клеток. Это великолепно, это достаточно много, за 2 часа с вашим организмом происходит. Вот, что происходит после 52 часов? После 52 часов кожа, особенно это очень полезно для девочек, после родов, после того, как вот она похудели, там, обвисшая, там, еще что-то, кожа начинает подтягивать, как бы вот эти вот клетки, как клетки, волокна, которые идут как соединительная ткань, в том числе и коллаген. Не коллаген восстанавливается, я не про это, а именно соединительная ткань, она начинает, то есть там тоже клеточки начинают как бы больные уходить, и получается, что кожа как бы мультяшным языком, чтобы меня не закидали помидорами, кожа начинает как бы вот эту вот дряблую, которая уже без неживая, она начинает ее как бы съедать, и кожа начинает подтягиваться. Это после 52 часов. То есть у нас в организме с каждым разом происходят такие процессы. И вы должны понимать, что, например, если больная печень у человека, то есть что такое больная печень? Ну, больная, нездоровая, либо с которой нужно поработать. Она у 90%, то есть если у вас есть какие-то высыпания на коже, если у вас конечности постоянно холодные, если у вас выпадают очень сильно волосы, если у вас с ногтями какая-нибудь, видите, что не очень хорошие ногти, как на ногах, так и на руках,
Если у вас какие-либо пигментные пятна на коже, там покраснение, еще что-то, это все говорит о том, что ваша печень кричит вам сос. Как мы работаем с печенью? Мы ее не можем постоянно чистить. Ей тоже нужно, иначе она у нас, смотрите, там такие тоненькие протоки есть, которые у нас идут большие трубы, да, так сказать, она же как губка по большому счету, но у нее очень много долей. Вот, и одна, например, доля, она как губка, а другие там идут такие мелкие, ну, не капилляры, конечно, не знаю, как их назвать, как трубочки такие. Вот, и когда вы начинаете чиститься, вот эти вот трубочки, они не могут все вот это вот в раз вычистить, и они начинают забиваться, и получаются камушки, то есть как бы вот из этих трубочек как будто бы как обратно выплевываются, и получаются вот эти вот камушки, когда у вас уже болезненное состояние. Вот чтобы этого не было, не нужно зачищать печень тоже. Опять же, переходить на более комфортное для вас питание. Опять же, повторюсь, это не всегда сыроедение, это, возможно, что-то пропаренные какие-то овощи, это, возможно, какие-то смузи. Это то, от чего вам комфортно. И как, ребята, еще очень важно, как вы можете вообще вычислить, какое питание для вас комфортно. Это вычисляется тоже очень хорошо. У всех, наверное, есть вот всякие разные там часы, там еще что-то, все то, что меряет ваш пульс. Может быть, кто-то просто умеет вот здесь вот мерить пульс. Когда вы съедаете какой-либо продукт, после этого продукта у вас учащается пульс, то этот продукт вам не подходит, на него очень много уходит энергии с тела. Если вы съедаете какой-то продукт, и ваш пульс замедляется, то этот продукт тоже не подходит вам. А если у вас пульс остается на том же месте, когда вы съедаете какой-то продукт, то это продукт ваш. Так тоже можно померить. Это в определенных поселениях, где не так развита медицина, вот таким образом. Тоже замерялось, насколько человеку подходит данный продукт. Вот. И с облегчением вашего питания вы можете еще что сделать? Вы можете, печень очень любит тепло. Вы можете перед сном, и еще такой важный момент, бывает такое, что под утро человек просыпается. Просыпается не потому, что он выспался. Он, например, через часа два может уснуть, и потом ему будет тяжело проснуться. Это тоже печень. Вот. Не обязательно грелку перегревать, не обязательно, но вы можете перед сном ходить в душ и очень нежно прогревать область печени, чтобы как раз вот эти вот капиллярчики расходились. На ночь желательно ничего не пить, а за 2 часа до сна вы можете выпить любую желчегонную траву. Либо выпить, либо если есть отеки, то перемолотую на кофемолке, вы ее как бы смачиваете, чтобы она не сухая была, чтобы в горле не застряла, это неприятно. А немножечко смочили и проглотили. Вот, это для печени. Так, давайте посмотрю, какие вопросы есть. Так, добрый вечер. Да, ребят, ставьте лайки, чтобы кому, может быть, будет интересно, чтобы тоже посмотрели эфир. Светлана, скажите, как прорабатывать программы, которые проявляются через агрессию других людей на сухих днях? Как проработать программы, которые проявляются через агрессию других людей? Ну, тут опять же агрессия других людей, тут же про то, а почему ты обращаешь внимание, почему тебе так важно, чтобы другой человек не агрессировал. Это же его выплеск состояния, то состояние, которое он словил рядом с тобой. То есть ты дал или дала тот посыл вибрационный, что человек в этот момент стал себя вот так чувствовать рядом с тобой. Что ты сделал, чтобы он так себя начал чувствовать? Это ни в коем случае неплохо. Это ты разрядил его, у него вышла эта пружина. То есть агрессия — это же неплохо. Агрессия — это как раз то,
то непозволение, которое зажималось каким-то периодом времени. Ведь очень многие хотят быть хорошими, и поэтому не позволяют себе там кричать, ругаться, материться, там что-то еще. Вот. И когда это разрешается ему, после этого у него и наступает облегчение. Что ты сделал или сделал, я просто не знаю, кто, извиняюсь. Мужчина, женщина, вот, чтобы вот именно это пошло у него. Почему такое состояние, если я правильно поняла вопрос? И какую ты вибрацию посылаешь, чтобы человек рядом с тобой так себя почувствовал, чтобы в нем выше начал бы проявляться он сам. Понимаешь, что идет? Это не плохо агрессия, то, что он начал агрессировать рядом с тобой. Это не ты в нем вызвал какие-то поганенькие эмоции, что он начал вот так вот себя вести. Это он с тобой начал себя видеть, проявлять так, каким он может быть, каким он есть. Но так как он очень длительное время это в себе зажимал, то прежде чем ему добраться до себя, это же нужно вот это вот все барахло, говнище все из себя вытащить. И вот это говнище все полезло. И это очень хорошо, что рядом с тобой люди начинают проявляться. Да, сначала это идет через вот такие неприятные моменты, а потом уже идет тот человек, который он есть. Когда он себе позволил быть и плохим в том числе, то... Насколько ему будет потом кайфово себя увидеть, какой он есть большой, открытый. А, Спиридон, здравствуйте, наконец нашел я вас, здравствуйте. Лайк, жмяку, мира, добра вам, вашим близким, спасибо. А зачем летом чиститься? Для этого есть зима. Ну, Андрей, зачем вы летом моетесь? Для этого же есть речки. Это не актуальный вопрос. Вы же идите. Не всегда благостную печь. Это хорошо, когда у кого есть возможность, есть что-то свое. А кто живет в городах? Ну, давайте будем реально смотреть на вещи. Мы не можем быть все такие благостные и жить в идеальных поселениях с идеальными людьми и все такие вот пукать сиреньками. Да нет такого, но все люди абсолютно разные, и живут они в тех местах, в которых у них есть на данный момент возможность жить. И мы можем сказать, что ой, вы такую возможность сами себе придумали, вот человеку все возможно. И здесь вы правы. Но чтобы до этого дойти, чтобы позволить себе что-то другое, это тоже нужно пройти этот этап. И он прекрасен на каждом этапе. Прекрасно, прекрасно жить в поселениях, прекрасно, прекрасно жить в квартире. Прекрасно, ты там тоже ловишь другие вибрации, ты себя прокачиваешь с этой стороны. Прекрасно жить на помойке, это тоже прекрасно. И здесь ты получаешь свой опыт, везде есть свои прелести. И в то же время ты можешь развиваться так, не как тебе кто-то подсказывает, вот это вот хорошо, вот посмотри, где вот он уже, какой вот он или она молодец, вот надо там брать пример с него. Да не надо ни с кого брать пример. Вот если он ест говно зимой, почему мы не почиститься зимой? Если он ест говно летом, почему летом не почиститься? Но не всегда есть возможность, есть что-то хорошее. Не у всех есть возможность, есть, я не знаю, там, а есть у меня и ребята, и те, которые не могут отказаться от алкоголя. Да, у них великолепные рассуждения, их слушаешь и просто умиляешься, думаешь, блин, вот это столько мудрости в человеке. А каждый вечер, например, он пьет алкоголь. Но это его путь. Это не хорошо и не плохо. Это его путь вот с этим вот быть. С сигарами, с алкоголем, еще с чем-то. И ни в коем случае мы не можем... Не вижу смысла кого-то за что-то упрекать. Потому что не можем мы все быть одинаковыми. Такого никогда не будет. И здесь тоже есть прекрасные моменты и в этом состоянии. Поэтому, ну, всякое бывает. Привет. Что скажешь по поводу белого сахара? Насколько он вреден?
Белый сахар, ну, смотря на каком вы питании. Белый сахар – это тоже опыт. Белый сахар – это определенная вибрация. И не каждый может с этой вибрацией, если честно, ребят, жить. Некоторым проще отказаться от сахара, потому что они не могут справиться с определенными структурами, с определенными массами, в которые их выбрасывает вибрационное поле после сахара. И это тоже опыт. Это тоже опыт. Но когда вы приходите к самому себе, когда вы знаете, кто я есть, что я есть, нужно ли мне это, не нужно, а если все это, когда вы понимаете, что все это настолько бессмысленно, то тогда у вас нет желания употреблять такое, вот и все, потому что вам уже этот опыт уже не нужен. Просто. Спасибо за информацию. Когда голодаешь, работать нельзя, силы не будет, однако. Не так это Спиридон. Нет. Силы нет. Всегда силу нам дает сигнал, импульс из головы. Это не тело. Тело у нас вообще, оно не устает. Чтобы телу восстановиться, ему нужно 20 минут. А импульс дает... Чаще всего, давайте так скажу, не всегда, чаще всего голова. И вы можете, если бы, например, вам скажут пойти работать, там, заниматься каким-то тяжелым физическим трудом, и при этом вы не будете сколько-то времени, там, какое-то время кушать. И вам через какое-то время будет тяжело. Но если вам скажут, что вот ты там не кушаешь столько-то, и если... ты вот эту физическую работу сделаешь, что там твоя какая-то мечта, она осуществится. Да ты будешь рвать и метать, потому что ты будешь понимать, что «О, у меня сейчас вот эта вот мечта твоей жизни сейчас осуществится». И голова будет давать импульс, что твое тело вообще не... Ты будешь на таком драйве, на таком адреналине это все делать. И, конечно, это будут вообще другие процессы, это будут другие результаты самого тебя. И очень много ребят, которые бывают на разных, то есть у кого-то на второй день, у кого-то на четвертый, у кого-то на пятый не могут поднять ни руку, ни ногу, а кто-то на 15-й, 19-й, там 27-й день они просто летают. Но это периоды, вы поймите, например, если ближе всего к пятому дню, пятый-шестой день – это тот день, когда вы готовы выйти с сухих дней, потому что вы не можете, все, вы встать не можете, у вас такая слабость, вы ничего не хотите, вас все раздражает, вот эта вся человеческая глупость, все это настолько оно все как мозоль натирает вот, открытую рану. Еще и вы не можете ничего сделать, вы стакан воды, блин, не можете там ребенку своему там или родителю дать, потому что для вас это тяжело, вы встать лишний раз не можете, вы встаете, у вас голова кружится, в глазах темнеет. И вот когда у вас вот это вот на пятый день происходит, если вы вечером не начнете, не выйдете с сухих дней, то вы утром встанете, и вы обалдеете. У вас будет такой прилив сил, и тогда вы будете понимать, это я называю первый крючок неедения. Когда вам вот эта автономия говорит, а посмотри, как это бывает. И когда вот первый момент слабости, когда вы перетерпите, на следующий день вот откуда оно пришло? Ну что вы сделали? Вы же ничего не сделали, вы просто тупо легли спать, вообще насколько это было возможно лечь спать, потому что сон-то тоже не идет. И вы вот в таком состоянии в никаком думаете, да что ж это такое-то? И вам стоит вырубиться, не знаю, кто-то на 8 часов, кто-то на час только может вырубиться в этом состоянии. И когда вы просыпаетесь, вы думаете, боже мой, как будто весь мир заново открылся. У вас сил столько, вы готовы там идти в спортзал, работать физическим трудом, там шить, вышивать крестиком, я не знаю, там дом построить и все на свете. Откуда это происходит?
И тогда становится, вот этот момент, думаешь, блин, а как тело, что с телом произошло такое, что ни с того, ни с сего оно поймало вот эту вот энергию. Не было солнца, не было каких-то, я не знаю, там, ванн с какими-нибудь явствами, какими-нибудь витаминных ванн, витаминных кремов, там еще что-то. Откуда организм так перестроился за короткий промежуток времени? Откуда он взял энергию? Разве он снаружи взял энергию? Или у вас раскупорилось что-то внутри? Или что-то раскапсулировалось? Об этом вы задумывались? Что происходит в организме? Как тело начинает работать? И это только первая замануха, которую, если вы задумываетесь, вы поймете, насколько ваше тело, оно космическое. У меня тут Жора храпит. Очень интересная, ценная информация, Светлана. Спасибо большое. Пить меньше надо алкоголя, и все будет хорошо. Спасибо за информацию. Спасибо. Как с раком работать? Ну, во-первых, рак, смотрите, ребят, что такое рак? Раковые клетки – это те клетки, которые, грубо говоря, обычные. В каждом человеке одни и те же клетки, можно так сказать или нет? То есть раковые клетки – это не кто-то там подсаживается к вам, занесли раковые клетки. Это те же клетки, которые есть у вас, только я их называю взбесившиеся. И здесь нужно понимать, ты себе программу вот эту на уничтожение поставил в какой период? Почему ты решил, что тебе нужно вот таким образом уйти? Это первый момент. И второй момент, ребят, я не буду про всех говорить, но у меня есть действительно несколько человек, которые и от четвертой стадии избавились, и перестали после третьей химии восстановились. То есть в ремиссии достаточно много человек, и я вам могу сказать, что очень-очень хорошо восстанавливается рак. Во-первых, это проработка с головой. Зачем тебе это? Почему тебе удобно быть в этом состоянии? Кого ты хочешь наказать этим состоянием своим? Кому ты хочешь показать, посмотрите, что будет без меня? Ведь это очень важно. Это очень важно, почему вы запустили в себе этот процесс. А если мы говорим о тех процессах, которые мы можем еще дополнительно себе сделать более легкий выход в состояние исцеления, то это, конечно же, зелень и сухой голод. Очень много зелени, потому что клетки не справляются. В зелени есть определенный компонент, когда попадает вот зелень, но не просто зелень, а она именно когда в блендере разрывается, потому что там очень маленькие клеточки, и когда мы жуем, они просто, он действует как щеточка, как клетчатка. И чтобы вот разбить вот это вот, вытащить из этой клеточки всю самую ценность, нужно либо очень-очень долго жевать зелень, либо в блендере ее разбить, ну, там с водичкой, с фруктиком, такую сделать, как жидкий йогурт. И в зелени есть определенные компоненты, когда, соединяясь с ЖКТ, с желудочно-кишечным, желудочно-кишечным соком вот этим вот, оно дает определенную химическую реакцию на клетки. И вот эти клетки, которые раковые, они, давайте я скажу не медицинским языком, успокаиваются. И если у вас это еще миксуется с сухим голодом, то мы все прекрасно знаем, что любое воспаление, оно может быть только на влажности. Никакого воспаления не может быть на сухую. И да, это, не знаю, заболевание, можно ли сказать. Я бы сказала, что рак – это все-таки не заболевание, это волна.
это вибрация. И эту вибрацию можно, можно выставить на другую ось. Это действительно так. Здравствуйте, вы из какого города? Я из Сочи. Что такое опыт? Опыт это... что такое опыт? Очень интересный вопрос, да? Мы все прекрасно, прекрасно знаем, что нам кажется, что мы знаем, что такое опыт. Это когда ты вот это узнал, вот это узнал, вот это узнал. А по большому счету опыт — это всего лишь реакция. Реакция на одно и то же действие. И когда вы... у вас какое-то действие происходит, вы такие... Ой, у меня уже есть опыт, я вот так вот сделаю. У меня уже есть опыт, я вот так вот сделаю. Или у меня нет опыта, я вот так вот сделаю, посмотрю, что с этим будет. Это всего лишь делание, делание. А когда у вас, когда вы наполнены опытом, и вот очень часто бывает, особенно когда с пожилыми людьми садишься, разговариваешь, да, и они там тебе рассказывают о каком-то опыте. А некоторые очень интересно рассказывают, ты сидишь их слушаешь. Но по большому счету ты ведь слушаешь не то, что они делали. Ведь что такое опыт? Это мудрость. А мудрость — это что такое? Это всего лишь твоя реакция на какое-либо действие. И вот опыт — это, по большому счету, это реакция. И когда ты весь такой опытный, вот и это узнал, и это познал, и ты видишь уже всю, всю ситуацию, уже видишь целостно. Тогда что такое является вот в этом состоянии твоим опытом? Всего лишь восприятие, восприятие всего того, что происходит во всем этом мире. Опыт — это твое, твое восприятие, твое ощущение, твое чувствование каждого момента. Целый год ем только сладкое. Ушло разделение на хорошую, правильную, плохую, неправильную еду. Ощущение, что еда как связка с понятными состояниями. Да, да, это, конечно же, связка. Потому что, когда вы убираете еду, вы приходите в новое состояние, которое непонятное. И не всегда вы готовы в нем остаться. Потому что это знакомство по новой с собой, с миром. С новыми ощущениями получаете новый опыт восприятия на какое-либо действие. И не всегда, не всегда ты готов в это пойти, потому что это же опять это напряжение. Тебе же проще уйти в то, что уже понятно. Когда ничего не ем, не пью, через сутки чувствую опьянение. Это нормально. Питание 95%, что в среднем уже лет 10. Опьянение. Ну, смотрите, ребят, опьянение. У нас вообще у людей вырабатывается алкоголь телом. Само вырабатывается. Вот. И просто, скорее всего, у вас есть, у вас такой организм, мы же все равно отличаемся друг от друга, что когда вы выходите на сухие дни, когда нет жидкости, организм начинает больше вырабатывать именно компонента с алкоголем, брожение. Брожение, после чего вы же очень много едите, ну, как бы вы вообще, в принципе, сырое, да, 95% сыроедения, то есть у вас вообще, в принципе, сырое. У вас организм научился убирать брожение. У сыроедов организм научается убирать брожение, потому что такое сырое. Вот ты поставь сырое, там, я не знаю, там капусту залей водой, там еще что-то, начнет бродить. Вот. И когда вы убираете эту воду, когда вы убираете это питание, то у вас начинает вот это вот, вот этот компонент брожения, который вы, который подавляется, который так не чувствуется на еде и на жидкости, он начинает просто выходить на первый план. Светлана, у меня тяжелая физическая работа. На третий день сухого голода наступает бессилие, и мысли, желания есть еду. Скажите, как
себе раскрыть энергию. Но, во-первых, есть первый способ. Если несколько крупинок соли, можно красной соли, можно черной, можно обычной соли, несколько больших крупинок кладете под язык, не на небо, а под язык. Почему под язык? Потому что оно в ЖКТ не поступает, оно сразу же рассасывается под слизистой и идет в кровь. Кровь немножечко становится другой субстанцией, и у вас чистка не прекращается, а интоксикация, то есть слабость — это же интоксикация, а интоксикация останавливается, и у вас идет прилив сил. Это первый момент. И второй момент, когда вы не хотите уходить с сухих дней, неважно, сколько это по времени, там, пятый день, второй день, двадцатый день, если вы чувствуете, что вы кушать не хотите, но вот у вас такое состояние вот непонятное, у кого-то слабость, у кого-то раздражение, у кого-то какое-то бывает там, вот прям тупость, бывает такое, сидишь и тупишь, вроде как какие-то обычные вещи, а ты сидишь и себя чувствуешь каким-то вообще тупнем. И такие состояния бывают. И чтобы эти состояния убрать, можно себе заранее приготовить такое, я ребятам тоже делаю, мед, и в мед добавить натуральные масла. Но масла разные. То есть я не буду говорить, то есть мне не все масла нравятся. Вот у меня есть две фирмы. Одну фирму мне ребята дарили, но я не знаю, что это за фирма, но она тоже неплохая. И второе, где я постоянно беру масла, это вот дотеровские. Мне действительно кажется, что они максимально натуральные по своему ощущению. И в мед я, ну там нужно смотреть для кого. Для мужчины это один момент, для женщины другой момент. От массы тела зависит, от образа жизни, от климата зависит. И то есть я добавляю какие-то определенные масла в мед. Вот, и просто точно так же берете мед, ну, на кончике чайной ложечки вот с этими маслами уже замешанными. И их рассасываете в полости рта, ничем не запивая, ничего, просто рассасываете. И все у вас восстанавливается, у кого-то уходит вот эта вот дурь, у кого-то уходит слабость, у кого-то уходит раздражение, память восстанавливается. То есть это нужно смотреть, какие, на каком этапе и кому. То есть я сейчас не буду, чтобы все под копирку начали, но это тоже один из великолепнейших способов. А что скажете о ванной с солью, с содой, травами, насколько сильно очищает организм? Ванны с солью, я считаю, что, наверное, это великолепно, потому что, ну, я все время на море, мне нравится. А с содой я пробовала, и, ну, наверное, для меня они как-то, ну, мне не зашло, не очень. С травами тоже великолепно, с травами здорово, мне тоже нравится с травами. Как определить подходящие травы для организма? Ну, смотреть, что... Это опять же, видите, очень хорошо травы. Травы нужно все-таки смотреть первое, из чего базируется, какая трава вам подходит, в каком климате вы сейчас находитесь. Это даже не диагностика именно вашего тела, а диагностика, в какой субстанции находится ваше тело. Так, благодарю. У меня РМЖ сегодня был четвертый день. Не выдержала, как вы сказали. Съела яблоко, выпила воды. Очень сильная интоксикация все дни. Была на клизмах все дни. Очень сильная потеря веса. Угу. Ребят, вес, он, безусловно, будет первое время, он будет теряться. Вам нужно его скинуть. Я уже говорила не один раз, что я доходила до 32 килограмм. Но для меня вес был вообще не актуален. На тот момент для меня было актуально, что я живу, я выжила. Вот. Поэтому, да, первое время он будет уходить. Но с тем, как вы будете понимать, к чему вы идете, вес будет восстанавливаться, и уже будет неважно, кушаете вы, либо выходите на сухие, вес будет стоять на одном месте. И вот как раз в школе автономии, в чате, в телеграм-канале, там есть ребята, и они тоже делятся, что у них остановился вес, как только они поняли, этот мир уже понятен, вот, и вес у них остановился. Терпин,
Тинное масло. О, я не знаю, что это за масло, правда. Периодически появляется флюс в левой щеке. Иногда гнойный, иногда нет. Опухает щека и верхняя десна. Слава, пожалуйста, ваше мнение. Нужно смотреть, что у вас там с этим зубом. Это же, скорее всего, что... причем самое, что интересное, что с зубом... Ну, это сейчас вот... Сейчас практически все клиники это стали делать, но все равно есть еще те клиники, которые, например, не просвечивают. Есть такое, что зуб болит, ничего найти не могут, уже весь зуб расковыряли уже и убрали корень, а зуб болит не который расковыряли, не который соседний, а который не вылез, который лежит. То есть, смотрите, уже мне прислали не... Наверное, уже снимков три. Да, так говорится. Три выслали, что, смотрите, вот так вот зубы стоят, да? А вот здесь вот под десна слизистая, вот здесь вот вырос еще один зуб, который вообще даже не думал сюда вылезти. И вот этот вот зуб болит, да, который вообще там даже... его можно увидеть только либо на рентгене, либо когда всю десну разрежут, только тогда можно увидеть, что там вообще что-то есть, что там вообще зуб. И такие ситуации тоже бывают. Поэтому здесь нужно смотреть, почему. От соли тошнит сильно. Есть ли другой способ? Да, я сказала про мёд. Смысла. Светлана, есть какие-нибудь минусы в состоянии, в котором вы живете? Конечно. Конечно, есть. Вы же просыпаетесь, как в день сурка. Вы знаете, что будут делать люди. Когда они с вами говорят, вы знаете, что они... Говорят, почему они говорят? Вы не всегда им можете рассказать то, что они говорят. То есть они говорят одно, они истинно верят в то, что они говорят, а ты знаешь, что это не так. Но ты ему это сказать не можешь, потому что он должен пройти вот это вот все. Он не должен идти твоим путем, твоими знаниями, он должен сам это все прочувствовать. И ты на это все смотришь, и, конечно, ну вот, да. Это как чаще всего бывает, что в детском садике, и ты из него не выходишь, ты в нем постоянно живешь. Есть и такие моменты. Есть те моменты, которые сейчас... вот сегодня мы с сыном были в центре, и я там встретила... Ну, сегодня, за сегодня, сколько мы пробыли? Ну, наверное, где-то часа полтора. Вот. И за эти полтора часа я встретила трех человек, которые меня узнали по эфирам, по соцсетям. Вот. И один из них признался, что он говорит, я шел, говорит, за вами, говорит, вот такое-то время, говорит, вы там несли бутылку, я ждал, чтобы вы попьете, а вы потом ее передали сыну. То есть и такие моменты бывают. То есть кто-то хочет уличить кого-то в чем-то, ну меня конкретно. Вот. Но я же, опять же, это делаю не для того, чтобы вас убедить, я просто рассказываю свой опыт, а вы уже можете на основании моего опыта что-то для вас взять, что вам резонирует, что-то не брать, и пойти своим путем. Ваш же путь, он будет индивидуальный, он будет шикарный. Такие тоже моменты бывают. Моменты бывают еще те, что я очень сейчас стала несоциальна. То есть для меня куда-то выйти, куда-то пойти... Мне не очень хочется, потому что вот этого интереса как-то не стало. То есть я с огромным интересом могу целый день провести на море. Я могу с огромным интересом провести какое-то время, например, там в лесу, дома за книжками, ну, там еще что-то. А куда-то сходить, вот куда там ребята зовут, там куда-то съездить, там еще что-то. Я уже нет. И вот сейчас у меня даже знакомые не предлагают, а раньше там, пойдем вот там с тобой хотят познакомиться, пойдем там туда-то, я уже не хожу. Вот это, я не знаю, плюс это или минус, но вот такая вот я не социальная становлюсь очень. Так. Можно ли на сухих делать клизмы? Да, Малика, я сказала, начало эфира посмотрите, я там хорошо рассказала. Когда сильно давит глаза на сухом, это нормально, но они тоже вычищаются, делайте зарядку для глаз, и очень хорошо, вот знаете как,
пальминг, это упражнение называется. Это когда вы ставите локти, чтобы они были вот, вот здесь, чтобы они никуда не завали, чтобы обязательно у вас позвоночник был прямо. Вот. И локоточки книжки подставляете на стол, либо еще что-то. Разогреваете ладоши. Вот. И потом вот этим вот местом, вот сюда вот, разогретыми ладошками, получается, вы как бы вот здесь вот место оставляете для глаз, вы их не давите. Вот. И вот так вот делаете, садитесь на какое-то время и ловите черную точку в глазах. Вот. Но у вас должна голова быть не завалена, а именно она должна быть с ровным позвоночником. То есть именно под ручки подставляете, чтобы расслабиться максимально, чтобы руки не на весу были. Вот. И когда вы вот в этом состоянии ловите черную точку с закрытыми глазками, да, вы в эту черную точку потом как бы заходите. И вот эта вот черная точка, она как раз когда вы прорабатываете не внешнюю мышцу глаза, а как бы нейронную связь, где вот этот глаз дает вообще сигнал на картинку сюда. Ну, это очень хорошее упражнение, попробуйте. И обычно это упражнение, которое вот мы, немножечко надавливание на глазки, вот это все тоже поделать. А, Светлана, поделись информацией о других мирах, мерностях, находящихся за пределами логики. Но их вообще очень много. Мы же здесь все живем вот в этих вот мирах. Мы можем одновременно находиться в нескольких мирах. Они же, очень многие миры, не на другой планете. Они в разных плотностях вот здесь. То есть я, например, сейчас с вами разговариваю, и я же на этой же планете себя сейчас вижу еще в четырех деланиях, помимо того, что пятое здесь я с вами разговариваю. И когда вы соединяете, когда вы понимаете, что это все ты и все, что вокруг происходит, то ты становишься этим чувствованием, ощущением всего, что есть. И когда ты становишься этим чувствованием и ощущением, то тогда ты можешь, собрав себя, ходить и по другим, ну, назовем так, мирам, осознавая, что происходит в каждом из них. И, наверное, вот это на сегодняшний день, это я вам вкратце прям рассказываю, да? Давайте мы можем сделать потом эфир, и я вам расскажу поподробнее. Это, наверное, то, что, ну, что интересно, давайте так назовем. А все, что происходит здесь, вот эти вот блошиные бега, это уже не интересно. Сколько заработать, куда потратить, в чем одеться, как выглядеть, как это, как то, как пятое, как десятое, уже не очень интересно. Ты, конечно, поддерживаешь себя в определенном состоянии, потому что ты понимаешь, что ты все равно здесь находишься, там, для близких, кто-то там еще для каких-то деланий. Но если у тебя нет никого из близких, то поверьте, люди, которые могут себя видеть в нескольких плотностях, то им уже становится, то их, скорее всего, вот в этой плотности очень сложно будет видеть. Здесь уже им становится неинтересно. Тебе 80 лет или больше? Мне больше. Разве по мне незаметно? Здравствуйте, можешь рассказать про контакты? Многие пробужденные говорят, что перед получением информации с высшими цивилизациями подписали контракт. Вопрос, обязательно ли подписывать контракт? Нет, контракты подписывать не обязательно. Контракты подписывают те, кто сдает свое тело на в аренду. Я бы так сказала.
это один из этапов, когда ты сдаешь свое тело в аренду, а ты можешь не сдавать свое тело в аренду, но ты еще не знаешь. Чаще всего ты не знаешь, что это можно не делать. Тебе кажется, что ты тогда будешь для себя неинтересен. И вот здесь такой очень яркий момент идет. Но когда ты его не сдаешь в аренду, ты переходишь в состояние, что ты уже знаешь, что ты есть вне зависимости от тела. И ты тогда можешь всю информацию считывать вне зависимости от тела через любое тело, не только через свое. А, Слан, с какого города? Сочи. Так, привет, леди, отлично выглядит, очень красиво, дышим, спасибо. Слан, вы осознанно в астрале, казалось. Но это, тут уже нет, потом уже нет такого состояния осознанности, неосознанности. Ты уже есть все, тебе уже не нужно видеть картинки какие-либо. Ты становишься этой картинкой уже самостоятельно. И тогда тебе не нужно углубляться и видеть астрал, либо еще ты становишься этим пространством астрала. Ты становишься вообще всем, и тогда тебе не нужно что-то познавать через картинки, что-то с кем-то общаться через картинки, через восприятие. Ты становишься этим всем. И общаясь с любым другим, ну, на других уровнях, да, так скажем, на других плотностях, тебе не нужно уже общаться как бы голосом, еще что-то передавать ему что-то. Ты становишься уже тем, что тем знанием, что есть в нем. Он становится тем знанием, что есть в тебе. И это уже не передача, это уже как одна единая коллаборация. Коллаборация знаний, если мы говорим о разных цивилизациях, наверное, так. Сегодня мы уже далеко зашли про цивилизации, не часто я про это рассказываю. В закрытом клубе часто рассказываю. Тебя что, пчелы покусали? Нет, ребята, у меня просто брекеты. И когда брекеты ставите, если кто ставил, то губы немножечко отходят вперед. У меня нет ничего в губах. У вас есть 5 иллюзорных тел? Там уже есть несколько плотностей. И их не 5, их 7. 7 этих плотностей, а за плотностями, когда ты собираешься, когда ты можешь собраться в единое 7 плотностей, то тогда ты можешь уже идти в следующее пространство, в следующую плотность. Плотностей много, пространство единое. Когда ты становишься этим пространством, то ты уже видишь все 7 плотностей, и тогда ты становишься единым пространством, где единые знания. Знание всего, ты становишься этими знаниями, то есть тебе уже не нужна информация, ты становишься знанием. То есть чем отличается информация от знаний? Информация — это когда тебе что-то сказали, а ты это принимаешь, либо не принимаешь, проверяешь, либо не принимаешь. То есть это то, что не является тобой. А знание — это уже то, что является тобой, это уже неотъемлемая часть тебя. И вот ты на определенном этапе становишься этими знаниями, тебе уже не нужна информация, ты есть знание. Сланочка, очень рада тебя видеть. Здравствуйте, очень даже офигеть. Примеры очень интересно. А что значит сдавать тело в аренду? Сдавать тело в аренду, но вы знаете, есть вот ченнелеры, контактеры, да, они есть нескольких сословий, несколько типов, да. И вот одни из контактеров, они как бы находятся как, ну, так образно, друзья, которые передают информацию, то есть через них проходит не знание, а информация. А есть те, которые сдают тело в аренду, то есть они как себя сдали, и как будто их нет, и через них идет трансляция.
И вот которые вот ченнелеры через них, которые дают трансляции, которые не как бы не друзья друг с другом, что они как бы не передают информацию там друга, да, а именно когда через них транслируется информация, там через них транслируется то, куда человека заводят, как бы, чтобы его тоже убрать от себя. Что, тишенька? А? Вот, поэтому вот как раз есть вот те, которые заводят, они тело сдают в аренду, то есть они могут вот что-то говорить, и им потом спрашивают, а что ты там говорил, а он уже может даже не помнить, но это многие могут не помнить, когда ты в потоке, ты в принципе это говоришь не через себя, ты вообще становишься полой трубой. Вот, но они именно подписанты, они подписывают определенные контракты, где их телом пользуются, то есть без них они им как душа, они им не нужны, не интересны, и будут они выполнять определенные условия контракта, которые подписывались или нет, это тоже уже абсолютно другие вопросы. Потому что они, как правило, подписывают один за другим контрактом. И ты уже первый контракт, чтобы вот так вот разорвать, первый контракт уже практически не помнишь и не видишь. Но это все можно сделать, это все убирается, в любом случае все убирается, потому что в этих плотностях более могущественного, чем вы, их не существует. И ваше тело всегда показывает, то есть это единственное, что постоянно восстанавливается, постоянно в этих плотностях, это человеческое тело. Все остальное может разрушиться. Абсолютно все может разрушиться, кроме человеческого тела. Человеческое тело способно самовосстанавливаться при глобальных разрушениях. Поэтому вот такой скафандр, такую субстанцию создали не для какой-то мелочной душонки. И вы это должны очень четко понимать. Света, а ты общаешься с ангелами или другими цивилизациями? Да, вы тоже общаетесь, только вы очень часто забываете. Мозг вообще так устроен, что когда вам кажется, что это что-то сказочное, что-то нереальное, что-то такое вот, этого не бывает, и да я это не слышу, не вижу, это там вот какие-то умные, там разумные слышат, а я вот не такая или не такой, то это как раз говорит о том, что вы как раз с ними тоже общаетесь, просто мозг блокирует, потому что если мозг вам разрешит это запомнить, то ему очень глубоко и далеко придется идти с вами на реализацию вас. И не всегда ему удобно. Это то же самое, как, знаете, когда многие люди говорят, ой, я себя не помню в детстве, да, там какие-то кусочки, то есть он там 2 года помню, там, или 5 лет помню, а так ничего не помню, там вот какие-нибудь вот урывками. Вы все помните, ваша память никуда не ушла, вы уже были в этой плотности, вы уже не могли это ничего забыть. Это все есть, просто это все уходит в долгосрочную память. Уходит, потому что это неудобно мозгу потом вам рассказать, оправдать, показать. Все вы помните. И вспоминаете вы очень легко. Любое там на консультации, там на ретритах, там еще что-то. Человеку говорит, что было ты? Он говорит, я не помню. Так начинаешь там раз, и он все сразу тын-тын-тын-тын, все по полочкам разложил, сразу же все вспомнил. Поэтому всегда вы все помните. И это вы тоже общаетесь, просто не всегда это помните, потому что очень часто говорят, ой, да, мне вот это потом... А потом мозг через буквально 3 секунды такой, да нет, ты придумала, ты сейчас это себе наговорила, ты такого не было же. Это ты просто тебе сказали, что может быть, и ты такой, ой, ладно. То есть мозг начнет тебя уговаривать, что это было, вообще не было. У вас там лягушки поют? Да, ребят, лягушки поют. Может ли пробужденный в этом воплощении написать сценарий следующего воплощения? Оно не нужно, не интересно. Сценарий следующего воплощения. Ты можешь в этом воплощении быть столько, сколько тебе нужно, когда ты пробудился. Когда ты
Когда ты становишься пространством, тебе не нужно перевоплощаться в другое тело. Ты можешь быть в этом теле столько, сколько тебе... Ой! У меня летают все, кому не лень. А ты можешь быть в этом теле до такого времени, пока тебе нужно будет еще получить что-то. А как только ты получаешь, тебе уже в этом теле не нужно, ты уже можешь быть в следующих плотностях. Вы поймите, что тело, каким бы оно великолепным ни было, это все равно наша рамка и наши ограничения. Когда ты это осознаешь, когда ты понимаешь, что ты есть, вот это все пространство, тебе не обязательно находиться в этом теле. Ты можешь идти дальше вне тела, то есть вне вот этого ограничения телесного. Так. Светлана, как каждый день находить интерес или стимул для радости, потому что я понял, что не деньги напрямую зависит от уровня радости, расширения сознания, духовного развития. Да никак вы не найдете. Нет уже уровня радости. Нет уровня радости, нет уровня горести. И когда вы это понимаете, что нет уровня радости, нет уровня горести, вы тогда убираете эти ненужные поиски, которые из вас просто высасывают время. Вам становится тогда это уже неинтересно искать поиск. Вы тогда просто движетесь в состоянии, когда вы убираете вот это вот хорошо, плохо, интерес какой-то, тогда вы начинаете двигаться уже не с позиции интереса, а с позиции того, что у меня еще это, наверное, не интерес. Интерес, он, знаете, он сегодня есть, завтра нет интерес. А здесь вы уже вы не интерес ищете, а себя. А вы есть все. Оно закончиться не может. И тогда вы начинаете вот в этом быть все время. Оно не хорошо, не плохо. Оно не какое-то, не с какой-то глубокой эмоциональной подпиткой. Оно именно все, и вы начинаете исследовать все, что ты есть. Добрый вечер. Вы замужем? Нет. Совсем чуть-чуть не хватает какого-то пазла. Ничего, ребят, будет, не переживайте. Как это мозгу неудобно? Кому именно неудобно? И почему скрывается инфа? Она не скрывается. Это вы сами же ее убираете от себя, эту информацию, потому что так вам удобнее быть вот в этом, в чем вы сейчас есть. Можно рассказать коротко про аутизм? Можно ли изучить аутизм? Аутисты это великолепные люди с глубинным миром. То есть мы с вами наружу вывернуты, и мы как бы видим вот это вот наружу, то, что есть наружу. То есть раз, что такое наружу? Вот, например, шторка, дальше шторки я не пройду. Дверь, дальше двери я не пойду. Вот это вот наш наружный мир. А у аутистов он внутренний, там нет ограничений. И они же очень-очень талантливы. Например, там медицина. Если в медицине он может вот эти вот пазлы через 3D, 4D собирать. То есть мы, если видим картинку, мы такие, о, вот это там, вот это там. Если там, например, не видели внутренности, мы в плоском формате это видим. А они это видят в другом формате, они это видят прямо уже как всю систему, они целиком это все видят, потому что у них нет ограничителей внешних, у них внутренняя свобода. И когда мы говорим, можно ли вылечить аутизм, это не про излечение, это про то, что вам было бы удобно, если бы он был таким, как вы. Вот и все. У меня есть знакомые, с которыми мы... проходим определенные этапы познания себя, давайте так назову это. И насколько мне все время кажется, что у меня уже вроде бы и нет рамок, и нет ограничений. И когда начинаешь с ним говорить, он тебе такие вещи говорит, и ты понимаешь, что насколько вот там, без осознания физического тела, насколько там все обширнее, все глобальнее. Вот. Поэтому то, что вы говорите вылечить, это вы предполагаете то, чтобы ему было, как вы думаете, комфортнее существовать в этом мире.
чтобы его не обижали, чтобы ему там его не тыркали, не мыркали, не еще. Просто у нас такое общество, что если ты отличаешься от этого общества, то ты уже становишься изгоем, изгоем чего-либо. Неважно же, на пьедестале ты стоишь или под пьедесталом. Это мы только определяем эту шкалу, а ты уже выбиваешься из этого общего слоя. Поэтому ему великолепно. Вы поймите, почему вам так неудобно, вы так неудобно себя чувствуете рядом с этим великолепием. Так, материальное тело временное. Не всегда, ну, ребят, я не знаю, я как бы вечных людей не видела, но могу сказать, что очень, очень длительные есть люди за 1000 лет. Поэтому не всегда оно просто нужно больше 1000 лет. Вот и все. Это, опять же, повторюсь, это как ограничитель. Вы уже сами решаете, сколько будете жить, и если решите уйти, то как это, как произойдет? Да я не решаю, уже нет такого состояния, что решил что-то. То есть ты понимаешь, что оно все прекрасно. Ну, прекрасно в плане не тут не состояние хорошо-плохо, а оно все просто есть. То есть если я буду жить, то я просто буду жить. Если я уже не буду жить по каким-то причинам, то я просто не буду жить, но я... Память, она просто не закроется уже. И я буду просто либо в теле, либо вне тела. Вот и все. Это уже другие процессы. А, ты очень красивая. Да, познакомимся меня. Вам спасибо. Света, а на сухих днях, когда в ушко тебе ум шепчет, давай поедим или шоколадку хочу, это сущности ведь, они осознаны или это просто неосознанные программы? Или есть и то, и то? Вообще это... Ну, это вообще программы все, мы все запрограммированы. Ну, большинство, так скажем. И это, да, это, ну, это как привычка. Представляете, вы там 30-40 лет делали одно и то же, а потом такие, о, можно было и вот так вот. И ты начинаешь это делать, и тебе потом говорят, да ладно, не надо. Знаете, как сколько страхов потом выплывать будет? Это же, когда вы, например, там даже если будете год не есть, да? И знаете, вот через, не помню, через год, да? Но нет, не через год, а вот где-то на 20-й день, когда я уже понимала, что не хочу ни пить, ни есть, да? Когда накрыла волна страха, это всеобъемлющий страх, он просто, он настолько леденящий, он настолько тебя поглощает, что это просто какой-то, мне кажется, он как разлагатель такой. И, конечно, все эти моменты, они были, будут, и никуда от них не деться, и про то же, что и покушать, это то же самое, все время задавайте, а кто хочет покушать? Все время, если хотите кушать, вы себе задавайте вопрос, а кто хочет кушать? Кто мыслит эту мысль, что мне нужно покушать, или что мне хочется покушать, или что мне там для тела нужно? Кто мыслит эту мысль? Попробуйте отследить того, кто мыслит эту мысль. И начнете отслеживать, потом напишите, что вы не найдете там никого. И эта мысль уже, когда вы не найдете никого, пойдете за ней, вы поймете, что чем дальше вы будете за ней идти, тем она менее интересная для вас будет становиться. Она будет никчемной, она не будет, за ней не будет никакой платформы за ней не будет. Поэтому она становится такой пустой. И уже неинтересно будет ее мыслить. Так, благодарю за интересные беседы. Вы мне резонируете. Спасибо большое. Добрый вечер. Как убрать качели настроения? Наблюдать за умом, как он все это создает. Честно, надоело. Хочу просто жить, не заморачиваясь. Как в детстве. Не заморачивайтесь. Это всего лишь ваше восприятие того, как...
того, как ваши мысли цепляются за что-либо. Вы можете за это не цепляться. Опять так же, а кто за это цепляется? Кто создает мне эти качели? Мне эти качели нужны, чтобы что? О, я думаю, что такое? Сверчок залетел. Представляете? Он прям так мигает. Как лампочка. Я не знаю, если я сейчас... Будет интересно. Видно. Ой. А я не знаю, как переделать. Слушайте, а, вот же. Нет, не мигает. Вот из меня еще тот гаджет-мастер. Так. А, Светлана, скажите, пожалуйста, мужчина на пране, ведущий активную сексуальную жизнь, откуда ему брать белок, витамины, микроэлементы? Ну, вообще, давайте тогда так. Мужчина на пране, ведущий активную сексуальную жизнь, это не про то, что вы... Это не про те терки, которые общепринятые. Это первый момент. Второй момент, это уже общеизвестный научный факт, что 80% белка в нашем теле поставляется из нашего мозга. То есть он формируется через мозг, не через еду, не через воду, не через что-то там такое. Он формируется в нас самих 80% белка. Это тот белок, который истинно наш, на котором не возникают воспалительные процессы и болячки. Есть ли опыт восстановления хрусталика глаз после практики? Сын родился с полной катарактой обоих глаз. Сейчас хрусталики ему заменяют очки. В семье все позитивно и не воспринимаются как ограничения. Ребят, у меня лично таких знакомых нет, но у других ребят, но не полностью, а один глаз был минус 6, а второй был минус 2,5. Вот такие вот очень разные глаза были. Вот, и сейчас уже, ну, уже, наверное, как месяцев 6, единички на обоих глазах. Вот это могу сказать. А больше, по-честному, нет такого опыта. Вчера был эфир. Сказал, что бессмертный. Будет жить столько, сколько захочет в одном теле. Ребят, очень много сейчас таких, что я бессмертный. Ну, давайте вот через лет 300 поговорим об этом. Потому что сейчас, посмотрите, интернет просто пестрит, что вот посмотрите, как я молодо выгляжу, а там сидит девочка, где еще 40 нет. Ну, конечно, она молодо выглядит. И тоже там, я остановила старение, я стал бессмертным. Ну, блин, давайте вот этим девочкам, мальчикам, когда им будет уже лет под 60, под 70, посмотрим, насколько они остановили старение. Это первый момент. Бессмертными, но... Вот когда будет лет 300, тогда уже будет более интересно говорить о какой-то бессмертии, да? И бессмертие, это же опять же говорится, когда ты понимаешь, что ты не можешь этого опыта получить здесь до такой степени, чтобы тебе его реализовать и идти дальше. Почему ты все время хочешь быть в ограничении тела? Это же тоже другой вопрос. Это же тоже такое видение есть, просто такое видение у данного человека. Но это видение может быть хоть каким, но когда бессмертие там в 50 или в 60 лет говорится о бессмертии, для меня это не актуально. Когда говорится о том, что люди там остановили старение в 40 лет, то для меня это тоже не актуально. Я могу вам сказать, что там я когда там в 40, в 35, там меня как большинство людей там вообще с подростком путали. И он с детьми, мы лазили там в огороды за яблоками, младшему было сколько это было? Наверное, лет 5-6, ну лет 6 было, старшему побольше.
Мы с ними и лазили за яблоками в огороды, на велосипедах приехали. Вызывали милицию, не поверили, что я мама. Поймали нас. Вот. Тоже, ну что, я скажу там, ну все это... Ну, поэтому для меня это такой ерунда. Когда тебе 40 нет, то ты всегда молодо выглядишь. То ты в 50, в 60 выглядеть молодо. Ну, это нормально. В 60, там, в 50 лет сказать, что там он вечный, ну, тоже нормально. Когда будет 360, тогда и поговорим. Сейчас. Так. Я думаю, все хотят покушать. Да, будем закругляться. Здравствуйте. Это правда, что Земля плоская? Я ребятам на ретрите показывала форму Земли. Может, потом здесь покажу. На сухие дни боль в пояснице исчезает, а на едине боль возвращается. Как быть, чтобы полностью исчезла? Поясница исчезает. Попейте, когда боль появляется, попейте мяты. Мята очень хорошо снимает костную боль. Именно в Сколько вам лет, Светлана? Я 79-го года. Привет, включи песню. Так. Очень известная, наверное. Девушка 250 лет. Она не кушает, не была с детства. Тело перестраивается, вы можете их потом его сделать таким, каким вам будет удобно быть в нем. Каждый может стать автономным. Каждый, просто не каждому это нужно. Каждый может бросить курить, но не каждому это нужно. У всех есть две ноги, но не каждый становится олимпийским чемпионом по бегу. Вы должны понимать, что для чего каждый выполняет свою какую-то роль, свой опыт получает, свои видения какого-либо делания. Ну что, ребят, мы с вами уже полтора часа. Будем заканчивать. Пишите свои вопросы. Чем больше будет вопросов, тем больше мы с вами поотвечаем. Если будет прям очень много вопросов, то будем делать чаще эфир. Я всех обняла. Спасибо огромное-огромное за вопросы. Мне было очень приятно отвечать. Присоединяйтесь в закрытый клуб, присоединяйтесь на марафоны, на ретриты. Буду вас всех очень рада видеть. Всё. Всех обняла.